И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival, все так же на Генезисе, и сегодня мы пойдем в лунный биом, да? Пойдем не просто в лунный биом, а, скажем так, ущемлять амбиции некоего гигантозавра. Да, охота при лунном свете. Найдите и уничтожьте неисправного Тек Гиги, который пытается стать властелином лунного региона. Ну что, правильно, убили короля лунного, поэтому Гига вот он и решил, что пора, настало его время. Но нет, надо это дело прекращать. Мир труд май, кстати. По идее, еще по времени должен быть май. Я не знаю, когда это видео выйдет. Точнее, когда эта серия выйдет. По идее, еще в май должен быть. Да, в май там уже. Да, вроде как. Вот. Поэтому погнали. Хочу зафорсить уже эту карту. И, наконец-то, перейти к Генезису. То есть, вы будете смотреть еще видео с Генезиса первого, а я уже перейду ко второму, чтобы уже да ты серьезно? Серьезно ты? Тут серьезно? Ой, ёшки-матрешки. Вот. Во-первых, это даст мне энное время на развитие, возможно, на какую-то концепцию, идеи и так далее. То есть создать какой-то дом и все в таком духе. А во-вторых, это мне даст время на создание контента. О, классно! Это миссия, где Лампадожа был. И вниз! А, ну да, вот так. И вниз! Погнали. Уи, не лагай. Уи, шлёпс. Отлично. Пошел ты! И ты пошел ты! И ты пошел ты! Все пошли вы! Души дурные, что ли? Души поналетели, коршуны недоделанные. Не-не-не. Нет. И нет. Спасибо. Я не нуждаюсь. Ой. Жалко. Собирать надо это все. Очень жалко мне ресурсики терять. Так. Гиги. О, добрый вечер. Работа над ошибками и охота при лунном свете. Слушай, а работа над ошибкой... А, здесь же написано должно быть. Стаю безымянных. Твою мать! Опять эти козлы, на которых нужны будут светлячки. Ну ёпта... А, да пошли в жопу, короче. Все равно сейчас сделаем миссию. Ой, Рекс второй, иди сюда. Ща эту миссию будем проходить. Пошло все нафиг. Светло жешь! Ёшкин кот, где я следы-то буду искать? О, я, короче, прям безумец какой-то. Ой, отойди нафиг, все. Я расстроенный. Вот куда-то туда надо идти. Так, короче. Братан, иди за мной. Ты у меня сейчас что там, на пассиве? На пассиве. Будешь? На! Не, давай, на нейтрале. На нейтрале. Погнали за мной. Все, нафиг. Я сейчас... Я без понятия, как я буду... О, спасибо. Поставил такой тень. Все дела. Красава. Я без понятия, как я сейчас буду искать эти следы. Но я верю, что Рекс меня спасет! Вот это неожиданно. Ой, а что, наступил он что-то, что ли? Так, не, братан, давай, короче. Слышь, какая сволочь кричала? За мной. А, это я тебя отозвал, что ли? Так, ты у меня сейчас на агрессии стоишь? Вообще на агрессии, короче. Стой, мочи всех, все дела. Я не знаю, о, я безумец, раз днем решил следы искать. Братан, помоги. Я реальный безумец, раз решил днем искать следы.
Так, вот след вижу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот я дурной. Ой, дурной. А, точно! Гамма! Мать твою! Секунду. О! Во! Гамма 08! Кайф! Братан, пошли! Пошли! Так, подожди. Так, ставим тебя на нейтрал. Ууу, смотри, как следики хорошо видно. Вау! Ого! Как ж темно! Нифига себе! Кошмар. Так. Ну ёб твой ж полетел. Так, слышь? Стреляет он там по мне. Ой, бляха-муха. Я тупость совершил. Я пошел днем на миссию. Тут как бы я не спорю, вот. Так. Ну, так я следы вижу. Поэтому что? Правильно, по идее, я могу наступить и Рекса на них. Или не могу. Кошмар, 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 кошмар. Лунный биом прикольный, но не для миссии. Не для миссии, которые созданы для сухопутки. Гига... Так, не ходит под 90 градусов резко. What the fuck? Гига не умеет летать. На минуточку. Офигеть, какая штупость. Дай-ка я быстро это просканирую. Гига в полете. Кроу жирный. Так, где там? Лично. Погнали мочить гидюшечку. На нафиг. Сходу, с лёта, 56 тысяч. Но. Ой. Не, надеюсь, вам не совсем темно. Потому что по-другому я вообще следы не вижу, короче. Ну, 0,8, ну ладно, гамма единичка тоже было бы вообще огонь. Я не знаю, как люди на официалках играют без настроек гамма, честно. На официалках же, ну, не на всех серверах, конечно, но на N-ных серверах там нельзя устанавливать гамму. Ага, вот, вижу следы. Пошел ты отсюда. Погнали! Корж, серьезно? Туда? Так, маневрируем. Да пошли вы, ну честно. Вроде настроился, вроде наладился. Какого фига он так сделался? Черт его знает. Вот прям черт его знает. Какого фига? Вроде направился куда нужно. Ну, благо хватает. Так, все, иди нафиг, летучий гига. Гига, который умеет летать. Так, нафиг идите. Темно. Кошмар просто. Так, ну-ка давай. Мелкие, сюда. А, о! Я даже следики-то правильно наступил, что ли. Кайф. Че я, сволочь, стреляла? Уап, уап. Вот так. За мной. Хотя нет, я могу и пешком пройтись. Ой, а чё, всё нормально, что ли, стало? Сейчас, секунду. Сейчас вернем гамму на место. 1,8, чуть 180 не сделал. Вот, гамма на месте. В
Вот, вот так должен был играть я сразу. Ну, в смысле, ночью надо было в лунный биом идти, а не днем. Белёхонький, что поделаешь? В смысле? Мне туда вниз прыгать? Да ты серьезно, опять что ли? Так, ладно, давай пробовать. Нет, не так. Стоп, тихо, не лагай. Сейчас тут один пролаг, и я все, короче, я не туда полечу. Ой, иди в жопу отсюда, дебил. И так тут пытаюсь настроиться. Ну, ну вроде бы так. Вроде бы правильно цепляю их. Ну, под конец, походу, дело перестал цеплять, ну, насрать, короче. Нормально. Самое главное, не кислое такое число их собрал, и уже хорошо. Сейчас, погоди. Слышь? Козел! Тебе повезло. Тебе повезло, я просто не попал. Так. Надо было снайперскую винтовку таскать с собой. Вот эта штука хорошая, вот с ней не промахнешься. Да ты серьезно? Извините, но разработчики имбецилы. Вот чё вот это? Такому дебилу пришло в голову, что Гига... Ладно, фиг с ним, вот это спуститься дела, он допустим может. Но какого фига он иногда прыгать Гигу у них умеет? Это конечно да. Это конечно разрабы курили... Запрещенные вещества, уж точно. Дебилы, криворукие. Мы не умеем создавать миссии. Давайте сделаем кусок говна. Давайте. Ёб твою ж за ногу. Да ты серьезно? Ой, да лососни тунца кусок. Кусок кривого кода. Надо было на Гиге спрыгивать, о, на Рексе спрыгивать, он это. Им как-то легче маневрировать. О, здорово! Бежит такой, довольный. Так, ты в задницу иди. И ты в задницу иди. Задолбайте меня. Прикольно. Будет очень смешно, короче, такой, вот сейчас подхожу к концу и такой... Ой, а ты следы все не собрал, как мне это было на болотнике. Вернись обратно, а все мои следы не собраны, это вот эти кусочки говна в воздухе. Я прям с этого угорю, кажется, прям. Не, су, слава богу. Сколько? А, это тиранозавр. Ну, это серьезно, я очкую альфа-ча. Потому что Гига, он наносит урон в процентном соотношении. Вот. Ой, а можно ваши жопы от моего экрана убрать? Спасибо. Не-не-не, иди нафиг. Какой ты большой? Прям большой такой. Вот что я называю удачной охотой. Большой такой, большой. Большой ты, посмотрите на него. Так, нафиг иди. Так, что я получил? А, да, все правильно. Что я получил? Опять меня помпарем. Дразнят, козлы. Ну, в целом, да, опять-таки же, да, ничего, естественно, серьезного. Потому что это всего лишь навсего. Это всего лишь навсего гамма. Серьезный лут идет на бетки и альфе. Вот что там будет, я боюсь даже представить. Вроде куда-то сюда. Беточка. Беточка, родненькая беточка. Ну. Блин, такое, вот такое сильное желание поставить на паузу и не показывали бетку. Потому что опять я буду бомбить. Ну, 100% буду бомбить. Ступизма миссии. Ну, в этот раз лучше, в этот раз лучше, в этот раз. В этот раз я иду вот адекватно. Видите, как следы хорошо видно. А,
Какой я молодец, надо было днем сразу же бежать. Точнее, ночью. Да уж. Зато во, можно собрать то, что не, тогда не докушал. Ладно, сейчас я уже знаю, к чему готовиться. И вот эти несколько следов меня не так сильно удивляют. Тут, блин, самое главное, реально правильно настроиться. Да. Естественно, он не цепляет. Оп. Ну, опять-таки, да, вот второй раз уже проходить это немножечко изи-бризи. Но вот как здесь запрыгивать, честно, я до сих пор не знаю. На Рексе. А, братан, подожди, ты за мной там бежал, ты за мной. Хорош лагать. Ну, что ты жопка-то повернутый? Так. И, по идее, здесь уже, там уже гигант суется. 121 след. Нужно как можно больше собрать. Здесь маршрут, кстати, будет совершенно другой уже. Это я прям понимаю. То есть 121 это уже прям дофига. Так, вот это я наношу нормальный урон. А вот он по мне наносит с процентом соотношения. Это, конечно, фигово, да, я не разгрузился. Тут бывает у меня. У меня это нормально. Благо, вес у Рекса дофигища. Так, сканируй, сканируй. Вот, вот, миссия адекватного человека, а не то, что я обычно делаю. Даже эти миссии нужно проходить ночью. Все вот такие миссии нужно проходить ночью, только так всегда нормально видно. Ну, как-то тупенько в этом плане, конечно, сделано. Так, иди нафиг. Так-с, опача. Лагало. Не надо лагать. Мне сейчас нужно, наоборот, вот прям... Вот ровно. Чувствую себя дебилом каждый раз, когда вот так вот туда-сюда горцую. Так. Ну, по идее... По идее, плюс-минус... Вот так. А там уже будет видно. Так или не так? О, гига уша появился. Что-то собираешь эти следики? О, вроде цепляет их. У, кайф, он их цепляет. Кайф. Кайф, супер. Приземляйся, приземляйся, приземляйся лапками на землю. Отлично. Да, урон, ну, конечно, наносит ни о чем. Его основной урон будет, по мне, это вот от этой. Даже у альфача. Седло, конечно, да. Тут стоит учитывать седло на 300. Я такое седло никогда не видел, настолько брони. Начнем с этого. Это прям вообще кайф седло. Но его урон это в процентном соотношении от хп кровотечения. Это, конечно, самая главная проблема. Ну, посмотрим, что там на альфе выйдет. Бежим. Да, все-таки ночью ты хотя бы увидишь чуть-чуть следики вот этого вот. Так, иди сюда. А можешь не крикнуть? А, не, хотя нормас, ты как раз голову повернул в мою сторону, чтобы крикнуть. Бежим. Отойди. Ой, какая хорошая карта. Вот это вот, точнее, маршрут. Так, отойди. Прям очень хороший маршрут. Прям кайф, маршрут кайф. Прям столько просто пробежать. Опять прыгать, да? Так, ну, братан, сорян, ты сейчас мне будешь мешать своей жопой. Серьезно? Просто тупо полет по прямой. Ох, ну такой тупости я, конечно, да, еще не видел. Признаю, разработчики удивляют даже сейчас.
Такой тупости я еще не видел. Гига по воздухе ходит. Гига Иисус, ёптовый ж за ногу. Только тот ходил по воде, а этот ходит по воздуху. Потому что что? Потому что Гига Иисус, мать вашу. Отлично. Ну ладно. Ну вот, вот, опять-таки же, вот, ночью, во-первых, хожу, во-вторых, этот был такой хороший, этот, там, промежуток, где я просто сколько там следов прошел пешком по прямой, прям вообще кайф, прям вообще был кайф. А, голову приподнять, так будет лучше, вы все-таки огромные, такие здоровые, вас надо просто растерпать, всех чачам собачек. Не, мелкий, мелкий. Ты, короче, не пытайся суваться. Здесь, короче, это серьезные дядьки разбираются. А? Ездит куда-то на один укус, бедолага. Ты весь хп. Я хочу такого притомить. А можно мне такого притомить самку и вывести из них детенышка? Хочу такого Рекса себе. 625-й левел. Да давай уже, раньше не мог прийти. Стоят вот это не пойми чё, вот это выпендриваются. Так, давай спускаться вниз. Я потом по концу миссии с седла слезу. Эй, здорово! Сейчас надо будет здрапнуть чутка. Давай, давай, придурок, миссия! Текаем! Так. Текаем в космос 2. Там под навесом я сидеть буду. Так. Это просто тупость. Как? А! Да вроде в космос 2 текал. Ну, в любом случае, отмет... Так, подожди. А, не, подожди, сюда метеорит как раз-таки падает. В космос 1 надо было текать. Сюда как раз-таки они и падают, собаки долбаные. Ваншотные уроды. Долбанные метеориты. Это как на вулкане. Вулкан может взорваться у тебя посреди миссии. Так и здесь у тебя может этот просто бабахнуть по тебе и все. И посчитать тебе и не было. А я здесь посижу. Пережду дождик под навесом. Надеюсь, спасет. Кстати, да, вот сколько хп они мне отняли. В целом нормально. В целом нормально. Мне устраивает, если так оставить. Подожди. Мы ж не посмотрели, что я получил за призы. Прекрасные призы. Да, это примерно вот это, да, я получил. Нет, так винтовка, конечно, хорошо. Я хочу попарь. Пампарь мне красивее. Мне прикалывают больше ночное видение. Замечательно. Если были бы очки, которые показывали бы у меня следы миссии. И в целом, что мне нужно искать по миссиям. Вот это бы очки были бы, да, это были бы нужные очки. Ну а так... А так, туда-сюда. Опять все сжираем нафиг. Че, у меня там уже больше стаков всякого говна. И ты тоже покушай. Ой, ладно, ждем. Ну, вроде как дождался. Кстати, если кто не знал или забыл, вот это вот место, куда я сейчас тпхнулся, это если через Хелену... Здорово. Тпхаться на Н. Если я не ошибаюсь, да, ровно на N ты пыхаешься, и ты попадаешь вот под вот этот прям навесик. То есть, по сути, легально тоже можно сдрапнуть туда. Фух. Ну а сейчас возвращаемся к миссии. И... Альфа. Yeah. Время игры, время охоты. Время игры, время охоты. Только все выкинешь. Убьешь кого-нибудь. И вот опять всякий хлам в инвентаре. Кошмар. Так. Можно сажать. Ну погнали. 92. Это опять-таки же новый маршрут. Интересно, какой здесь будет маршрут. Тот на 121 мне больше понравился. Он прям был прям кайфовый. Он прям очень много просто пробежать и все. Первый мне не понравился, там очень много чего было летать, вот. О, там было налево, а это направо, то есть это вообще полностью новый маршрут.
Окей. Бляха-муха, задолбаешь ты меня. Начинаю сканирование. Ну, допустим. Да не допустим, он так тоже не может падать. Сейчас 100% я побегу вот так, даже с разгона. Хотя нет, слушай, тут вроде бы такая высота, то есть разница в уровнях, что есть шанс нормально приземлиться. Тут самое главное выровняться. Так, вот так вот, чутка назад. Симулятор парковщика, блин. Ну и погнали! Ну окей. Только я что, их не зацепил, что ли, даже? Серьезно, да пофиг вообще. Вот и вот как я тот след должен зацепить? Никак. Соответственно, что? Пускай идут в жопу. Так, тут наверху должен меня гиг встретить, да. И ух ты, собака! По косарю наносит урон. Уже прям не кисло. Я по 1700. То есть он мне носит по косарю, плюс кровотечение накидывает. Ну, собака еще да, редкостная, окей. Но по 1777 это тоже неплохо, я бы наношу. Число красивое просто. Так, после первой схватки довольно-таки не кисло он мне отнял. Да, можно так постоять, похиляться и так далее. Так что да, то есть в этом плане есть смысл хиляться между этими. Следик. Да, жаль, конечно, он как дикий Диносы, типа, сожрал труп и не похилялся. Было бы прикольно, так сожрал труп, похилялся. Ой, вообще было бы хорошо. Как. Но так только дикий умеет. Жаль. О, очень жаль. Ах ты собака, ты еще и в кенгуру, что ли, наметился? О, а вы знали, а Гига еще умеет прыгать. А не, ладно, окей. Здесь механика работает так, что он может забраться. Дай-ка я быстро это просканирую. Так, ну а следы где? Сканируй! Срань! Так, нет, ты вот иди нафиг, я тебе сразу говорю, иди нафиг, не мешайся. Ну наконец-то, тупица! Свинотная. В смысле? А-а-а, вот они следы. Что там такое? Гениально. Ой, ты иди вообще в сраку нафиг. Стал ты мне больно. О, здорово, жирный. Надо как можно больше следов собрать. Поэтому, походу, на острове след пропустил. Ну и здесь пропустил. Короче, вообще поливать. Плевать я хотел на ваши следы. Так победю, побежу, выиграю. Ха! Так, вот ты точно иди нафиг там. Защитник недоделанный. Так, там вот этот какаха, нет, не спрыгнул какаха, отлично. Так, ну здесь уже было получше. Здесь поменьше хп отняли. Опять-таки же даже тоже можно вот так вот поставить. То есть время есть, даже можно мясом попробовать отожраться. Ну, не такое количество, конечно, хп отожраться мясом, но можно попытаться. Отлично, погнали. Ну, это тоже нормально, но не сильно. Тупости, я смотрю, есть тоже дофигища. Иди в задницу. Ты чё, кослина? Так. Разворот. Смотришь на это? Оп, вроде бы правильно. Дай-ка я быстро
Да, хорошо, когда можно. Есть места, где можно вот так развернуться. Это хорошо. Но они же не везде. И вот приходится, как дебил, парковаться. Лево, вперед, назад, вперед, назад, чуть-чуть сюда, туда, чуть-чуть сюда. Там чуть повернул, здесь чуть повернул. Смотришь на это? Что там такое? Самое главное не бежать. О, пача, здорово, я уже к вам подошел, оказывается. Так, вот ты точно иди нафиг. Так, мелкий, пошел в задницу. Это, конечно, да. Это, конечно, беда. Да, не кисло они так хп проносят. Ну здесь видишь, здесь еще разные этот, разные пол у них, поэтому они тоже доп урон наносят все-таки благодаря этому. О! А это прикольно. А это мне. А это меня устраивает! Добрый вечер. Гопники недоделанные напали вчетвером на одного. Что там как этот тварь стреляет? Вот надо бы ее замочить тоже. Бесит они просто меня. Урона не наносят, зато бесит. Как минимум тем, что когда ты летишь, они стреляют, такой, и ты вниз. И полетел. Ну слушай, дофига, дофига прям урона вносит. Прям ужас как дофига. Нифига себе сейчас. Угу. Вот там другого пола, да? Ну это фигово или то. Да. Вот это надо первого желательно мочить тогда. А, нет, все-таки та. Они в двухе разбежались в разные стороны. Прикольно, прикольно, прикольно. Но сейчас надо тпхнуться. Да, тпхнулась овца. Ну, без хилок здесь уже тяжело. Are you seriously? Вы меня сейчас чуть не спихнули, дебилы. И, кстати, они случаем не обновляются по ХП, когда они падают вниз. Если в так, то извините, это самое тупое место для спавна ихнего. Они тут могут просто так на изи-бризи свалиться вниз. Да ты серьезно? Еще конченый дрон стреляет. А-а-а! Как же вы бесите. Ну слушай, я не знаю, как это проходить. Даже вот с офигенной броней и так далее, они, то есть без хилок, как это проходить, я не знаю. Они уже прям не кисло так насаживают. Даже вот стоят в двухе, бьют по 450. Это ж убер дофига. И вот еще один тпхнулся. Дебил. Это я прям не знаю. Ну, допустим, даже будет у меня двое. Ну, в соло здесь ты не пройдешь. То есть это надо вдвоем мочить, сидеть на разных, на разном пол. То есть разный пол, чтобы у Рекса был. И нужно их мочить в двухе только так. При всем при этом все равно они будут урон носить. Ну, станут они 450 носить урона вместо 600, да? Допустим. И чё? Ну, 400. Это все равно дофига. Это прям очень дофига. Я не знаю, как в соло это убивать. Ну, то есть, в соло это точно никак не убить. Даже в дуо как убить, это уже. Уже даже насчет этого такой вопрос серьезный. Так, задницу иди, придурок. У меня сейчас вопрос один. Угу, стопяхнулись. Не, они не хиляются, отлично, хоть это у них хорошо. Погоди.
Ну, типа, по одному выманивать их. Ну, допустим, это хоть что-то даст, но... Короче, ладно. Фиг знает, как что где здесь делать. Вот и серьезно. Ну, дофига урона прям. Это вот это прям самая тяжелая миссия в плане того, как их замачивать. То есть они прям очень жесткие. По количеству хп и в целом. То есть вот, Дигу-то замочить-то я уже замочил, а эти рексушки еще до сих пор остались. Ты серьезно? И дрищся остался вот там где-то позади. Еще хотел тебя добить до того, как вы тпхнетесь. Ну, отлично, хоть этого замочил. Да уж. Короче, задолбали вы меня. Давай тоже миссию проходить. Ну, нафиг все. О, сагрился. Во, сразу двоих бить. Ладно, короче, здесь однообразие просто до ужаса. 5-0. Отлично. Да? Встал, подождал, пока они сетываются, и так расстрелял. Задолбали они меня. Ну, реально, уже все прям. Это прям очень крайне неудобно. То есть, я бы даже так сказал, это самое неудобное место для файта против них оказалось. Прям они очень любят куда-то падать вниз, телепортироваться и так далее. С одной стороны, возможно, это удобно, когда они от тебя тпхаются, ты такой оп, и легче стало. Но я бы не сказал, что это прям вах, хорошо, прям вообще, не-не-не-не. Вторая была самая адекватная в этом плане, конечно. И что мы получили? Тег-винтовка. То есть эта миссия была на тег-винтовку ночное зрение. Тоже ничегошеньки интересного. Туррес, но го, если уж на то пошло. Так, винтовка. Ну, допустим, опять-таки же, да. Я ее просто пользоваться не умею, вот честно. Та, которая у меня винтовка, это шмодовская, которая там супер урон дофига. Я ее пользоваться не умею обычно так винтовкой, поэтому для меня обычный помповый дробовик куда больше толку даст, чем так винтовка. Кстати, надо на сброс резков вообще-то прыгать. Вот такие вот народ дела. Такая вот получилась миссия. Миссия, я бы не сказал, что тяжелая, она непонятная. Вот в плане особенно вот этого, вот, как они прыгают, типа, да, туда куда-то наверх. Ну, прям очень непонятно, как это все дело должно работать. В умах разработчиков. Ну, на этом уже, пожалуй, все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать мне, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо и добра. Всем пока.